Вот ты где, Эцио. Что за серьезность? У меня день рождения. Правда? С днем рождения! Это чудесно! Чудесно? 10 лет прошло с тех пор, как отец и братья погибли. 10 лет я выслеживаю их убийц. Я так близок к цели, но... так и не понял, ради чего все это было затеяно. Может, ты и не понимаешь этого, но жизнь многих людей стала лучше благодаря тебе. Довольна об этом. Смотри, я принесла тебе подарок. Это декларация судового груза. Того самого корабля. Корабля на Кипр? Ты не шутишь? И угадай, когда он возвращается. Завтра. Эцио. Леонардо, когда ты вернулся? Только что. Мне нужно поговорить с тобой. Немедленно. Хорошо. Веселитесь. Надеюсь, это важное. О, да, да. Пойдем со мной. Не отставай. Две последние страницы кодекса. Я изучал их, и... удивительно, как я раньше этого не заметил. Если сложить их вместе, то знаки на обороте складываются в слова. Вот. Пророк придет, когда вторая часть окажется в плавучем городе. Пророк. Только пророк откроет это. Две части Эдема. О чем ты? Эцио, что это? Леонардо, мы давно знаем друг друга. Кому верить, если не тебе? Давным-давно дядя Марио рассказал о скрытом в кодексе пророчестве. Оно приведет к древней сокровищнице, в которой хранится могущество. Серьезно? Но если ты забрал эти страницы у Барбарига, то, вероятно, они тоже знают о сокровищнице. Это плохо. Постой. Может, поэтому они отправили корабль на Кипр, чтобы найти эту часть Эдема и привезти ее в Венецию. Когда вторая часть окажется в плавучем городе? Пророк придет. Только пророк может открыть сокровищницу. Боже мой! Когда дядя рассказывал мне о кодексе, я был слишком юн, чтобы понять. Но сейчас я понимаю, что это были отнюдь не сказки старика. Они убили Маченига, Медичи, моего отца и братьев. И все ради того, чтобы найти сокровищницу. Испанец. Родриго Борджа. С вами все в порядке. Корабль с Кипра прибывает завтра. Я знаю отличного врача. Я собираюсь его встретить. Удачи, друг мой. О, проклятие. Чтоб тебя... Дядя Марио? Куда они его несут? Господин ждет нас, и он не потерпит оплошности. Заверни это как следует, сейчас же. Испанец здесь? Это все меняет. Если я смогу проникнуть в этот отряд, занять место курьера, они приведут меня прямо к этому сукиному сыну. Отвали! Иди вперед, Белло. Выиграй для меня немного времени. Он кажется ужасно знакомым.
Зачем это? Да, сэр. Это момент величайшей важности. Держите строй. Делайте все правильно. Она точно у тебя? За тобой никто не следил? Абсолютно. Все прошло идеально. Мы выполнили приказ точности. Задание на кип... Эцио, давно не видели. Родриго. Ну, и где он? Кто? Твой пророк? Похоже, никто сюда не пришел, Родриго. Сколько людей погибло ради этого? Ради содержимого ящика? И что? Никто не пришел! Ты утверждаешь, что не веришь пророка, и все-таки ты здесь. Ты не видишь его? Пророк уже здесь. Я пророк. Теперь отдай мне яблоко. Попробуй отобрать его.